все сидят и смеются над тобой. Давай назад, сейчас под мосты забьешь. Молодец. А Ниву, видишь, здесь тяжело будет идти. По колее сложнее ехать, чем по полю. Ты имеешь в виду вон та дорога? Да, вот. Ну, остатки от дороги. Ну, там очертания. И? Все, наверное, берем чуть-чуть левее от дороги и проезжаем. По снегоходному следу? По снегоходному. Ребята, не пойдем. Это хитрый татарин, он нас хочет завести в ловушку. Как где он в тот раз сидел, блин, по самое это, лобовое стекло в снегу. Я хочет туда же. Ты зачем? Это враг, он конкурентов убирает потихоньку по одному. Я ж тебе одному сказал, держись меня ближе и все. Ну зачем ты всем это рассказываешь? Я не дружу с татарами. Ну ладно, все, давай, Кокол, иди отсюда. Вот человек поставил занижение по раздаточку. У меня тоже скоро будет занижение. И я думаю, будет интересно посмотреть, как все-таки занижение. Ребят, снега я не знаю. Иду вот полные сапоги снега. А, наверное, все. Нет, уж что-то. Снег настолько плотный и мокрый. Ты пока мне... на понижении шел. Видишь, шел. Я говорю, ты в раздатку занижение поставил? Да. А сколько? 2,8. 2,8. Родной 1,9 стандартно. Прям заметно. Поинтереснее стало ехать? Да, вот в таких условиях, да. До этого не замечал. Я понял. На Женек правильно сказал, что ты хочешь нас завести хрен знает куда. Вон дорога нормальная, а ты нас куда повел? Это я Женьку сказал. Женя, езжай вот здесь на тех, чтобы никому не говори. А он опять всем разболтал. Это первая пониженная, потихонечку. Автомат. Вот если посмотреть, внизу вода, видите, вот вода внизу идет. Что, попробуем ходу. У меня получилось проехать спокойненько, прям проехал вообще супер, мне прям понравилось. Вот Женек по моим следам.
попробуй назад, не надо, не надо. Блин, красиво. Супер. Стоп, 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 Жень, назад. Все, надо дергать. Так, что у нас после туарега? Провалились мы. Внизу лед. И уже не знаю, как обратно будем выезжать. Здесь вот все будем биться бамперами. Надо его, наверное, дергать. Так, заблокировались. Вторая пониженная. И погнали. Сейчас пытался на первой пониженной ехать, не хватает, а вот с занижением, я думаю, будет намного интереснее. Главное на днище не сесть. Смотри, мы ползем. Своя лебедка, да? Вот туарег на пониженной идет. Как только сносит его с колеи, или он говорит, обороты прибавляю, и все, говорит, я закапываюсь. Как вот сейчас мы поедем. Ну давайте, смотрите, первая пониженная. В натяг, в натяг. Пробую в натяг. Тихонечку пробую. Ты прилип? Я нет, вас жду. Блин. Так, мы что делать? А там колея хорошая. Ну неплохо, неплохо, неплохо. Вообще неплохо. И да, на чем мы стоим, что не едем. Да вот этот УАЗ-завод на черный, который, да, он уже достал всех, короче. Он на ровном месте буксует, вот, понимаешь? Понятно. Вот, ну, к примеру, вот сейчас смотри, вот у тебя камера включена. Вот смотри, как на УАЗе надо ездить. Я тут покажу. О, давай, давай. Тебе тут. Стоп, что ты травиться не будешь-то? Так поедем.
неплохо. Прям неплохо. Ну да. Все, больше не надо. Выключай камеру. Выключай. Дубль два. Вот это вот. Ясно. Жень, тебе вызов, сделай так. А вот в чем разница в резине? Ай? Ну и разница в резине. Однозначно. Ну. Посмотри, вот посмотри. Вот нормально в УАЗике, смотри, видишь? Сижу, спутниковый ТВ тут, все. Понятно. Все оборудовано, випасты, пожрать. А это вот смотри, что делает. Все, Жень, закопался. Подкапывай только. Плавно. Мы едем за УАЗ буханкой, то есть основная дорога, где ребята буксуют, а здесь УАЗ буханка прошла на понижении, вот мы за ней потихонечку на первой пониженной пробуем проехать. Вот здесь, мне кажется, уже я по клиренсу, уже я боюсь. Отступаешь. На яблоко сейчас сяду и все. Ну нет, пока смотри, что ползу. Блин, вот это да. Ну вот мне вас прям радует, что именно вот грязевая резина. Очень доволен. Единственное, что, конечно, понижайки не хватает. Ну скоро-скоро все у нас изменится. 3.07, понижаечка в раздатке будет. Уже самоблока не будет у нас стоять в раздатке. Будет 4-сателлитный дифференциал установленный. Как всегда УАЗ мешает, да? Видишь? Угу. Не пройти, не проехать. Первый у вас с самоблоком, грязевая резина. И вот новый у вас Патриот черный, автомат, сзади электроблокировка, шипованная резина. В такую погоду вообще никак не едет. Пробовали на ручном режиме, пробовали на автомате. Закапывается, садится и никак не едет. Уже Евгений нервничает, вот, говорит, поеду домой, разворачивается. И опять вот, сейчас смотри, вот, опять смотри. И все, и сел. Иду за двумя патриотами. Чувствую, что прям раздатка, коробка цепляет у меня нищим. Но на первой пониженной все равно пока-пока потихонечку. УАЗа патриоты приехали, не едут. Так, ну что, будем... Не знаю, надо как-то или разворачиваться уже. О, проперли. Сейчас будем у вас буханочку. Если мы сами не подсядем. Очень глубоко. Сейчас мы накатаем. Не знаю, мне кажется, нам здесь самим сложновато будет. Ну давай. Ой-ой-ой. Так. Итак, его вытащил, он пытался пробиться и все. Поехали еще раз. Ох, ребята, мы уже прям на грани. Ну здесь я не знаю, проблема. Проблема. Ох-ох-ох. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Задача доехать до лесополосы, чтобы попить чай. Я не знаю, слушай, вот здесь вообще опасно, да? Все. Нет. Вот это да. На грани. Ребят,
говорят, назад будем ехать, я вообще не представляю. Под нами там столько снега еще. Вторая пониженная. А все, вон там снега уже нет. Ну вот, да, надо было проехать овраг. Давай, давай. Это вот. Если здесь станем, это... Да. Выехали, 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 выехали. Утонули, утонули, утонули. Обалдеть. Ты смотри, вытащил. Обалдеть. Да ладно. Я сам в шоке. Неужели мы приедем? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Пока нормально. Вот вам и мокрый снег. Сейчас нас справа, смотри, снесет, наверное. Да, а нет. Да-да. Мокрый снег, товарный снег. Пытка номер два, нас вытащили. Не хватает. Назад сможешь? Назад? Нет. Только лебедка, патриот и лебедка. Покажу, что мы не едем-то. Нам осталось чуть-чуть, мы, в принципе, приехали. Снег мокрый. И не хватает нас. Да, клиренса не хватает. Висим, висим, висим. Колеса вывешиваются у нас. То есть нам... Давай, вот это вытаскивай. Ага. Ну, внизу вода уже, да? Вообще прикольно, конечно. Вроде и на второй... Потом не хватает первого и все на этом. Смотрите, на первый пониженный тронулись и катимся. До этого мы пытались набрать ходу, а сейчас именно потихонечку. Ты смотри, смотри, что мы на первый пониженный. Вот туда съезжать, наверное, не будем. Все, там мы и останемся. Все, мы, ребята, приехали. Вот Сакмара, наша река Сакмара. Сейчас будем топить самовар. Наверное, температура понизилась. Прям холодно стало.
Едем сейчас домой. Так, не вас подсел. Угу. Давайте попробуем потихонечку проехать. Подсели. Сейчас Невасикова стащат, сносит. Сейчас подморозило и влево-право сносит, а там глубоко. Ну, а смотри, что творит, а? Вот так вот. Молодец. Тут глубоко, тут глубоко. Да, оставь, я ее сейчас заберу. У нас вот немец немножко подсел, и Нива тоже. Трос натянулся, и не можем отсоединить. Позор! Патриот вытащил немца Ниву. Все, путь свободен, едем дальше. Дорога подморозила, очень интересно. И вы знаете, вот сегодня по мокрому снегу сюда ехали, я понял, что ходами по мокрому снегу идти вообще не стоит. Идан, ты зачем Петю бросил? Первая пониженная и потихонечку. Сейчас, я не узкой занимаюсь. Сейчас вот говорю, занижение поставим. Блин, наверное, будет еще интереснее. А так прям красота. Фидан. Так, ну мы пока сами движемся. Ну, Фидан пока всех вытаскивает у нас. А Хома будет Ниву, смотрите, вытаскивать. А потом за ней мы поедем. Че? Да выпендривался! У нас вон опять там, ребята, китаец засел. Ну что, поехали потихонечку, посмотрим. Давайте потихонечку попробуем, прям потихоньку. Я не копаю раскачку. Ну, неплохо. А там, походу, Тахома засела. Давай дерну. Здесь сейчас будет такой овражек небольшой. Когда сюда ехали, туарег здесь, помните, подсел. Ну давайте на первую пониженную потихонечку попробуем. На самокате таком. Неплохо. Вы знаете, вот самоблоками, мне кажется, все равно какая-то внутренняя, наверное, то, что я выйду, то, что у меня самоблоки стоят. Увереннее, наверное, автомобиль идет. Спокойненько еду. Осталось у нас 100 метров маршрут до трассы. Но подморозило хорошо. Такие перепады температуры от 0 там до минус 16 у нас. Вся ходовая снегом забита. Сейчас все замерзнет. Все колом будет стоять. Достигли того, что вода уже стоит. Вроде и мороз, и все равно вода уже стоит. И в ближайшую неделю у нас тоже морозы обещают. Отсюда у нас начинался маршрут. Все, мы на месте. Ждем всех остальных.